уважаемые новосибирцы и гости города. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите мне от имени губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, Министерства культуры, поприветствовать всех участников, гостей, организаторов международного фестиваля «Книжная Сибирь». Цепочка. Писатель, издатель, книгораспространитель, библиотека, читатель. Вот эта цепочка, длинная такая цепочка, может быть и не длинная, здесь, в Новосибирской области, она в 18-м и в 19-м году пройдена успешно всеми участниками при поддержке и законодательной, и исполнительных органов власти. Я очень рада видеть вас всех, приветствую вас. И хочу сказать о том, что фестиваль детской книги проводится уже 4-й раз. Я счастлив, потому что сбылась моя мечта. Сегодня мы открываем международный фестиваль «Книжная Сибирь», и, конечно, мы делаем это не первый раз, но я уже очень давно мечтаю, чтобы этот фестиваль мы наконец провели в новом, большом, красивом, светлом, отремонтированном помещении нашей библиотеки, и сегодня это наконец произошло. Но мы все часть нашей культуры, мы все часть любителей книг. И я бы очень хотела, чтобы каждый из нас нашел здесь свою книгу, новую книгу, открыл что-то новое. И в этом году мы действительно нашими муниципальными библиотеками сделали свой стенд и выложили сердце из книг. Например, каллиграфическими могут быть печати, которые вырезаются на камне. Зовут меня Ильдар Маматов. Я представляю здесь коллектив художников из Перми. Это происходит в рамках международного проекта маршрута Великой Северной экспедиции. Процесса вообще как бы культурной коммуникации, это еще более, я бы сказал, рудиментарным, еще более... Я рада, что наша площадка, детская площадка, является креативной, яркой и интересной, неотъемлемой частью большого международного фестиваля. Это мальчик. Теперь вы смело можете подойти и сказать, вот вы когда увидите, бегут муравьишки, тащат там палочки, гусениц, бабочек, строят муравейники, вы можете теперь смело сказать, вот это все девчонки бегут. Стукую, рано работать самое. Тик-тик-тик-тик. Писать нечем. Я говорю, поднимаю руку. Она говорит, чего тебя? Я говорю, Раиса Ивановна, у меня чернила кончились.
Она на меня так посмотрела внимательно. И сказала: пиши сопляк. Увидел, что на соседней парте есть полная чернильница, и отлил себе в свою. То есть эта грубая фраза «пиши соплями», она на самом деле была очень важна. То есть она подумала: не задавай, не проси, а помощь в той ситуации, когда ты легко можешь справиться сам. Поэты или художники? Полно друзей поэтов, художников, просто, как говорится, хоть ложкой ешь, понимаешь? И в 1930 год, в 30-х годах, эту проблему решил профессор, фамилия его ударила очень непрофессором, был кандидат наук Константин Константинович Хренов. С этой фамилией связана куча клевых историй, он потом стал академик. А все академики, они подписываются обычно, например, академик Петров, там, чтобы не возникала история академик Хренов, ему одному единственному академию наук разрешили подписываться Хренов.АА академик. То есть поменяли местами, и он перестал быть академиком Хренова. Это такая комическая история, которую он сразу мне сказал сам. Я думаю, что мы сегодня немножко порисуем совершенно стандартную историю, которую все знают, и маленькие, и взрослые, и норму. Если мы рисуем книжку без текста, значит, у нас будет какая-то просто картинка. Мы отмечаем место для текста. Допустим, текст у нас будет вот здесь. Вот. Земля, как орех, напряглась расколоться, в щипца государств под ногой полководца, но пряный, запретный, крепчайший орех ядро отливает отнюдь не для всех. И ты один за всех, и ты один за всех пред ним в ответе, и смысла нет, и надо бы сказать, я все же буду говорить стихами, а не стихами говорить не стану, мне скучно ни стихами, ни стихами, мне любо, потому что рифмовать. Мы тогда с Санькой Копаловым там были во Львове, у нас была тоже встреча там. И вот там я сделал. Правда, небо и голуби – это уже новосибирское все. Первую медаль золотую я получил в Лос-Анджелесе, в Штатах, за эту картину. А счастье действительно здесь происходит. Потому что я видела счастливые семьи, которые спускаются, поднимаются и уходят с книгами и говорят: «Как здорово, что мы сюда пришли!» А еще сомневались, идти, не идти. Обязательно придем и в следующем году. We'll be right back.